Отчет пошел, видите? Ага, варпаем. После приварпа мы, короче, сейчас меня ждите, подварпаем. Как приземляемся, пускаем сразу дронов. Где желтые? Не заморозят, сейчас прилетят. Так, у нас кого-то, по-моему, одного не забрало. Кого не забрало, на Ravencry в ноль. Они уже на месте, вас ждут. Скажи им, что мы за пивом поехали. Ребята, включаем этот щиты. Угу. Как только мы прилетаем, на Сергея Мучанова нажимайте «Приблизиться» и включайте МВД. Нету в фите МВД. Нету МВД. В смысле нету? В этом фите, который ты скинул, там нету МВД, там батарейка стоит. В смысле батарейка? Прямом. Ладно, похер. Они выходят из варпа. Меня зачем? Зачем яйцо в прицел брать? Иди отсюда. Опиздюлили. Все вливаем по Мучанову огонь. Все дронов на него. Нахрена он стреляет в меня, блядь? Бросаем на него сетку по прилету. Все в Мучанова дамаг. Все в Мучанова дамаг. Ты чё стреляешь в яйцо, когда я, блядь, снимаю видео? Да они по яйцам стреляют, блядь. Они по Мучанову. На Мучанова сетки дайте, дайте сетки на него. Как дронов в атаку пустить? Правой кнопкой на них атаковать мишень. Все вливаем в Мучанова. А нам на пределы нужно было оружие вывести или модули? Не нужно, просто стреляем. А, все понял, хорошо. Просто я говорил, что варпуемся уже на пределах. Следующий будет Акума. Акуму опять переключаемся, понял. Все, пошел Акуму. На перезарядку сейчас уйду. Все, готов. Как раз перезарядка. Ох, как это хорошо подошла. Следующий кто? Лаки, Бук. Я на капсуле раздаю вам приказы. Меня убивают. Дальше сами, кто-нибудь, возьмите на себя ответственность. Да назначай. Алекс АСК. Модеста, смотри. Модеста, давайте херачить. Давайте сами. Давайте, Модеста. Перезаряд. Вы там вроде жить должны, я вам... Да, перезаряд. Ждете перезарядку и стреляете. Сразу по Модесту херачим. Весь урон в Модесту, он нормальный. Держитесь вокруг меня. Вокруг меня это мистер Мо. Ну, можете болтаться. Так, Модест минус. Да надо добить Азелиану. Парни, не, вливаем не. Дамаг к нему. Все в Азелиану, всех дронов на Азелиану. Ракеты, если перезарядили, смотрите, не ждите, что они в паузе, атакуйте. Хорошо, Азелиану пробиваем, отлично. Бьем Азелиану до конца, добиваем. Следующий, Алекс Аскью. Алекс Аскью следующий. Топим к нему на МВД, топим МВД орбита. Смотрим за капой. Огонь начинаем ракетами открывать, он в радиусе. Сетки на Алекса. Снимаем МВД. Сетки есть, снимаем МВД, капу не тратим. Огонь по Алексу, дронов на Алекса. Давай, все, хорошо идет. Весь дамаг в Алекса. Всех дронов на него, сетки на него. Бьем, ракета перезаряжается снова. Начинаем атаковать. Они сейчас на мне сагрились, давайте, вливайте. Скинфи. Какой? Который ты хотел сделать нам. Ага. Который я хотел. Давайте, добиваем его. Нам нельзя присоединяться. То есть, если ты умер, ты можешь, ну, максимум посмотреть. Ходит. Пробуем добить, давайте. Добиваем его. А чё перезарядка такая долгая? Потому что особенность корабля, вернее, пушек. Ага. Так, на мне сетка и дезраптор, лайк идут. Давайте, если не достаете, переключайтесь на Амар Ситизону. Чё, сейчас меня раз... Давайте, быстрее переключайтесь на второго. Я не могу понять, их сколько изначально было?
тестера столько же, сколько нас. Так мы четверых уже, уже убили, а они новые опять появляются. Двое осталось еще. Может, там капсулы. У меня и Стив. И Стив тут, Лаки Дюк у меня тут летают. Я не. Кто? Они кто остался? На капсулу. Все, вижу. Нет, три линейных крейсера. Три крейсера у них. Комара бьет, да? Как так? Ребят, как так три? Он там скоро? Мы четверых выщелкнули, как там откуда еще щиты не прошли. Не паникуйте, слушайте командира. Вот, он стоит в стороне. Ну процентов 40 щитов. Перезарядка. Вы давайте не летите к Равину. Добейте этого Амара. Равин Крайер возвращается к нам, кстати. Да. Выберите одну цель, добейте. Все, он... Хорошо. Все, Косон сейчас будет готов. Давайте на него перегрев, по мне атакуют, скорее всего, меня сейчас собьют. Добивайте после этого Тами Галента. Да, меня сбили. Следующий Тами Галента после Тикасона. Он один остался. А почему они опять-то прилетели? Так подожди, вы же как умерли и все. А че, мы что-то их бьем, опять каракалы приехали. Возвращаются, наверное. Не, они не возвращаются в бой. Так летят, смотрят, каковы. А, то есть они в бой не лезут. А че Лаки Дюк прилетел? Его же вроде. Я били. Сейчас лопну, все. А я что-то тоже не въехал. Мы вроде перебили их, у нас оставался один каракал, да, у них каракалы. У них такие Лаки же вопросы. Лаки Дюк у вас прилетел. Типа, мы только один раз. Да, да, они тоже, да. Они тоже один раз. Ну все, хорошо. А что тогда все у нас получается, раз Лаки Дюк у нас был. У нас живые-то есть еще? Да, он уже по второму кругу убили кого-то у вас. Жесть какая. Или нет. Сейчас дайте я посчитаю. Не, Лаки же он живой. Лаки Дюк. Все, наш победили. Лаки Дюк лишний. Чего ваши победили? Лаки Дюк, подожди, вы же синие у меня. То есть Лаки Дюк это ваш. Лаки Дюк ваш же был. Мы сбили на... Лаки. Вот смотри, я значит, считаю. Значит, или вы Лаки, желтые, не важно. Лаки, я за тебя. Ну, Лаки Дюк это ваш. Ну, наш, я про что и говорю. То есть, а почему у нас Лаки Дюк на киллборде? А, это давно было, все, я понял. Двое живы еще. А мы двое живы. И Лаки Дюк прилетел заново. Жизнь какая-то. Я не прилетал заново, я тут был. Лаки Дюк это ваш. Чего вы про Лаки Дюка? Значит, Лаки у нас еще живой, что ли, получается? Да. Ну добивай тогда еще кого-то. Нет, так у вас уже пошел беспредел, блядь. Че-то какая-то жесть, я сбился в количестве. Ну. Где комбат лок во флите? Давайте вы, командиры, между собой решаете, стоп или не стоп там. Лаки Дюк вроде как получается, он не улетал, он действительно здесь висел вроде, или нет? У тебя есть килл Лаки Дюка? Я висел, никуда не улетал. Тогда деритесь. Так у вас уже все, хрен пойми, что пошло, посмотри, что творится. Они уже по второму кругу прилетали уже. Не, подожди, остался Лаки Дюк, я так понимаю, мистер Мо. Это из тех, кто должен был драться. Вот они должны с друг другом сейчас разобраться. Да, по-моему, тут уже по второму кругу начали народ убивать. Уже хрен поймешь, что ты убил. Если Лаки Дюка убивали, у Сереги в команде должен быть его килл. Ну что, вы там всех убили или нет? Два залпа, дай. Два залпа еще делаю. А, еще, блин, это я тут только броню снял. Корпус. Корпус, это все равно. А чё Алекс у нас на этих ICQ на этом летает? Это старый килл. Таран мне тут скинул. То есть, короче, вы сколько пилотов убили? Блин, опять уже. Короче, вроде бы один остался у них. Вот Лаки Дюк, это вроде он что-то заслилишь его только что. Все, Лаки Дюка тоже завалили, да? Я четверых завалил. Ну ты мужик. Где посмотреть? Су, давайте вас собирать вместе. Я перекидываю вас туда. А, не четырех, троих. Потому что 55 минут назад это было, Тами. Я вам в Дискорды скину. Девчонка у вас такая.
Короче, молодцы, команда Мучанова оттанковал, вытащил мистер Мо, соответственно, победа на его стороне. Только они колеса забыли одеть даже, представляешь? Да нет, я кидаю один фит, а сел на другой, то есть на разных фитах были. Но у них там откачивающийся фит. Какая разница, сумму тебя первым грохнули? Ну да. Яйцо даже прибили. Да. Вы его грохнули и думали, что все, типа, дезориентация. А мы яйцо специально грохнули, чтобы он командовать не смог. Да, вы думали, что командовать некому. Все равно справились. Ладно, команды. Ребят, хорошо, пофанились. Серег, можешь с ними потусоваться, с народом. Я просто пойду все это организовывать, потому что надо все это поднять и наших вопросы ответить. Давайте, хорошего вечера, можете пофаниться-то еще, собственно говоря, что вам мешает. Все, да. Спасибо большое. Ладно, все, спасибо, всем пока. И не забудьте, через полтора часа пуск к боевому сканированию обучения.